На сцене Никита Долгушин казался значительно старше своих лет. И умнее не по годам. И приторный Дезире из «Спящей красавицы», и отважный щелкунчик из «Сна», и влюбленный до смерти Ромео, и принц, примеряющий хрустальную туфельку, сбежавший с бала Золушки, все они в исполнении танцовщика обретали определенный характер, а не только изысканную внешнюю оболочку классических па, жестов, прыжков. Долгушин как будто хотел понять своего балетного героя, а не просто изобразить, используя известный всем арсенал технических приемов. Ему было невыносимо скучно танцевать одно и то же каждый день, выходя на сцену и зная наперед предписанное поколениями его балетных предшественников эмоциональное состояние. Если бы не постоянное желание разложить по полочкам натуру персонажа, сопоставить ее с танцевальным рисунком, наполнить ее не мимической, а драматической игрой, Долгушин всю жизнь преспокойно проработал бы в Кировском театре, став солистом, премьером, репетитором, хореографом, а, возможно, и художественным руководителем балетной труппы. Но его всегда одолевала пушкинская охота к перемене мест. Долгушину был важен не сам переезд, а работа в той труппе, где близкие ему по духу хореографы меняют привычный сценический рисунок и даже суть всем известных балетов. А еще создают новые, актуальные, вызывающие, требующие от танцовщика не только виртуозной техники, но и мастерства актера и глубины человека. В Долгушине всего этого было с избытком. Танец и музыка жили в нем столько, сколько он себя помнил. Даже воздушная тревога и военная канонада не смогли заставить мелодию умолкнуть, а движение замереть. В доходном доме, построенном архитектором Василием Шаубом в стиле модерн, на углу Среднего проспекта и пятой линии Васильевского острова, Никита Долгушин прожил всю блокаду. Без мамы и папы, с бабушкой и тетей. Его родители работали в Горьком, как тогда назывался Нижний Новгород, и приехали в Ленинград перед самыми родами. 8 ноября 1938 года родился Никита. Родители вскоре вернулись в Горький, оставив грудного малыша бабушке Александре Алексеевне Казанской. Когда началась война и немцы стремительно окружили город, выехать в Горький стало невозможным. Именно блокада во многом сформировала характер Долгушина. Очень сильный, мужественный, непокорный, преисполненный достоинства и самоуважения. Маленький Никита не боялся обстрелов и воздушных тревог, только тихонько спрашивал, а скоро начнется маленькая музыка. Так малыш называл сигнал отбоя тревоги. Танцевальные образы возникали в мозгу Никиты Долгушина с самого раннего детства. Его тетя вспоминает весенний день 1942-го, когда неподалеку от их дома, на одном из перекрестков Васильевского острова, танки ездили кругами и ломали взгорбленный лед. Посмотри, какие машины, они помогают людям убирать город. Маленький мальчик в ответ восхищенно сказал: «Они танцуют!» И дома нарисовал танцующие танки. Несмотря на годы творческих скитаний по всей стране и даже миру, Долгушин был ленинградцем до мозга костей. Или, как писали критики, от головы до пят. Причем это не только характеристика балетного образования. Это внутренняя сущность, воспитанная холодностью Невских набережных, парадным шиком имперского классицизма, вычурной изысканностью барочных нарядов дворцов и помпезностью ампира. С детства выдумщик и фантазер, взрослый Долгушин был немного отстранен, холодноват, немногословен, чуть манерен. Казалось, он все время размышляет, но результат этих размышлений оставляет себе, не делясь ни с кем. На будущее когда-нибудь пригодится. Но когда дело доходило до танца, он мгновенно преображался. Яркий, выразительный, отстаивающий собственное мнение, уверенный, своенравный, решительный. Вот тут-то и шли в дело результаты его бесконечных размышлений.
без мысли танцевать нельзя. Это Долгушин усвоил с ранних лет. Одна техника мертва, а главное скупа. Без воли и характера танцовщика она будет холодно и одинаково сиять, но не ослепительно, божественно сверкать. В училище, хоть и господствовали безупречность и точность классических поз и линий, но это был крепкий фундамент, без которого здание танца не построишь. Однако потом каждый артист волен выстроить собственное строение. У кого-то получается храм, у кого-то дворец, у кого-то унылая пятиэтажка, у кого-то небывалый замок. По воспоминанию самого Никиты Долгушина, в хореографическое училище имени Вагановой он пришел переростком. Родители долго уговаривали его не идти в балет, но мальчик настоял на своем. Ему просто нравилось танцевать. А увидев завораживающее пространство огромной сцены Кировского театра, маленький Никита только и думал о том, как будет на ней выступать. Уговоры отца математика и матери провинциальной оперной певицы не действовали. И тогда родители решились на отчаянный шаг. Перед вступительными экзаменами и просмотром сына в здании на улице Зодчего Росси они записались на прием к тогдашнему художественному руководителю училища Николаю Ивановскому и слезно просили его не принимать их сына. А проще говоря, провалить на экзаменах, сославшись на все что угодно. Возраст, плохие физические данные или что-то еще. Но просьбу родителей, о которой Долгушин узнал только в день окончания училища, не выполнили. 12-летний Никита был сразу зачислен. Один из членов приемной комиссии, увидев мальчика, с удивлением громко воскликнул: «Ай, смотрите, какие мужские ноги! Какие настоящие мужские ноги!» Кумиров у юного Долгушина не было. Но было профессиональное восхищение Вахтангом Чебукиани и Константином Сергеевым, которому он даже пытался подражать. Критики считают, что интеллект – это то, что отличает ленинградскую, хочется верить, и санкт-петербургскую школу балета, особенно если мы будем говорить про учеников Владимира Пономарева и Александра Ивановича Пушкина, который воспринял эстафету от Пономарева. И, собственно говоря, Нуреев, Барышников и Долгушин являются его учениками. Про Никиту Долгушина говорили, что он танцует прежде всего головой. У него была, конечно, потрясающая техника, но все эмоции, все движения у него всегда просчитаны рационально. Понимая, что он хочет, он должен, соответственно, выстраивать образ, технику свою выстраивать. Хотя была и та точка зрения, что для балета это противопоказано. Наверное, надо разделить понятие интеллектуальный танец и танцующего философа, потому что еще Ницше говорил о том, что пропадет тот день, если мы в нем не плясали. Разные были точки зрения относительно танца. Как, например, Баланчин в определенный период своего творчества считал, что балет – это исключительно зрелищное искусство. Глядя на цветок, вы должны видеть только его красоту. Сам Никита Александрович, когда он уже стал балетмейстером, он полагал, что сдержанность жеста должна вернуться на сцену, потому что ему казалось, что широкое размахивание руками губит балет, что не должно быть взмаха, если этот взмах не обоснован логикой образа. В Кировский театр Никита Долгушин пришел сразу после училища, в 1959-м. На выпускном спектакле он был Альбертом из «Жизели». Стройный, чуть суховатый, с длинными ногами, он танцевал партию по-взрослому, преисполненный трагизма, вины и верности умершей Жизели. Никакого ученичества. Недаром эту партию за ним сохранили и в театре. Но никто не отменял обязательной воспитательной службы в кардебалете и исполнения второстепенных ролей. Долгушину это сперва нравилось. Он танцевал много, а его очевидные способности гарантировали уже в самом недалеком будущем положение солиста. Но в 1960-м балетную труппу снова возглавил Константин Сергеев, которому не раз говорили о том, что юный Долгушин внешне на него похож и по манере исполнения близок. Хотя Сергеев уже заканчивал карьеру, уходить со сцены он хотел единственным, безо всяких наследников, чтобы публика плакала. В результате Долгушин перестал получать партии, о которых мечтал.
Нужно было что-то решать. И за советом он обратился к живому классику Федору Лопухову. Балетмейстер, который приближался к своему 80-летию, жил в училище на улице Зодчего Росси. Он пригласил к себе Долгушина и спросил прямо: «Вы что хотите от жизни?» И, не дождавшись ответа, сказал: «Здесь все получите через 2 года. Только, на мой взгляд, вы сами себя будете делать. Через промахи, ошибки, но будете. И, в конце концов, обретете. Поэтому советую ехать в Новосибирск. Там холодно, с традициями плоховато, но там сейчас Юра Григорович. Советую». И Долгушин уехал, чтобы станцевать в Новосибирске все, о чем мечтал, и вернуться в родной Ленинград на пике славы. Да так, что сам Сергеев упрашивал его танцевать в Кировском театре. Трехактный балет «Гамлет» на музыку Николая Червинского стал последней постановкой Константина Сергеева на посту главного балетмейстера Кировского театра. Репетиции шли нервно, атмосфера в театре накалилась. Слухи об отставке всесильного руководителя появлялись все чаще. В такой ситуации Сергееву был нужен единомышленник, пусть даже из тех, с кем он когда-то конфликтовал. Главный, почти шекспировский вопрос: кто же будет танцевать Гамлета? И тогда Сергеев решился пригласить на заглавную партию Никиту Долгушина, которого фактически выжил из труппы. Тогда, в 1970-м, Долгушин уже работал в Малом театре, а главное, танцевал там своего Гамлета в поставленном им же в том же году балете под названием «Размышления» на музыку Чайковского и сюжет Шекспира. Сергеев пригласил Долгушина к себе и встретил его словами: «Знаешь, Никитушка, кто старое помянет, тому глаз вон». В ответ Долгушин предложил сделку. За каждого Гамлета в Кировском театре он будет получать возможность танцевать на прославленной сцене главные партии в своих любимых балетах «Жизели» и «Легенде о любви». В итоге договорились. Правда, критики считают, что долгушинский Гамлет в Малом театре был лучше, чем долгушинский Гамлет в Кировском. Впервые трагикомический балет 5 актов «Гамлет» был поставлен в Венеции в 1788 году. Разные балетмейстеры ставили балет «Гамлет» либо на увертюру Петра Ильича Чайковского, называемый «Гамлет», либо на симфоническую фантазию Ференца Листа с таким же названием. А в 1969 году ленинградская студия телевидения поставила фильм «Балет «Гамлет», танцевал там Марис Лепа в главной роли. Еще одна постановка была сделана в Грузии. Вот как раз критики обсуждали возможность языком балета представить монолог Гамлета, быть или не быть. Как это показать? У Долгушина этот монолог отсутствовал вообще. В грузинском варианте это было сравнение черепа и розы. Вот такими зримыми образами пытались донести ту самую главную идею, апофеоз шекспировского произведения, который в языке танца не очень воплощался. В сергеевском восприятии этого монолога была попытка рассказать не быть или не быть, а как быть. В этом тоже была не самая главная удача этого балета. Константин Сергеев впервые просил Долгушина помочь еще в 60-х, когда танцовщик работал премьером Новосибирского театра оперы и балета. Кировский театр приехал на гастроли в Москву, но оказался без Ферхада. Солист, исполнявший в балете «Легенда о любви» главную роль, получил травму. А у Долгушина это была одна из коронных партий. Он ее танцевал в спектакле Григоровича в Новосибирске. Долгушин зла не держал и станцевал с успехом не один спектакль. А за несколько лет до этого в биографии танцовщика была интересная командировка. Вместе с Татьяной Зиминой его направили на другой конец света, в недавно созданный австралийский балет.
В нем было все в порядке с кардебалетом, а солистов не хватало, и разные труппы оказывали коллегам посильную помощь. Танцевали классику – «Лебединое озеро», «Дон Кихота», «Капеллию», «Шопениану». Долгушин и Зимина чередовались с другой парой из американского театра балета – болгаркой Соней Аровой и датчанином Эриком Бруном, партнером Рудольфа Нуреева. Представители разных школ учились друг у друга, и Долгушин с Зиминой были ничуть не хуже заокеанских знаменитостей. В Новосибирске Долгушин стал звездой. Его приглашали выступать по всей стране. В Большом театре, где он танцевал в «Жизели», с ним репетировала сама Марина Семенова. Она была строга. Долгушин сначала это не терпел, но потом признался, что впервые столкнулся с такой точной лепкой танцевального образа. А потом Сергеев предложил танцовщику подумать о возвращении. Долгушин был не против и даже начал репетировать. Сыграл несколько пробных спектаклей в Кировском театре, но внезапно Сергеев сказал «нет», обвинив Долгушина в том, что он в Новосибирске омодернизировался и опровинциализировался. И танцовщик оказался в Малом театре. В труппе на площади искусств ставок не было. И тогдашний главный балетмейстер Игорь Бельский временно взял Долгушина на ставку водопроводчика. Так солист-водопроводчик на долгие годы стал звездой Малого театра. Малый театр до революции подчинялся директору императорских театров. Он считался третьей сценой в Петербурге, получил название по находящемуся рядом дворцу великого князя Михаила Павловича, Михайловскому дворцу. Это была такая шкатулка с неожиданностью, как его воспринимали, потому что достаточно скромное здание, а внутри все роскошно, все красиво. Сюда приезжала императорская семья на представление. Здесь в основном выступали гастролирующие артисты, немецкие артисты, а потом обосновалась французская труппа. В этом состоянии театр встретил 17-й год. Революция прошла, и с театром начались эксперименты. Он назывался и академический театр, и театр комической оперы, и такое сякое, но в обиходе его называли либо бывший Михайловский театр, либо Малегот. И в 1925 году была поставлена опера «За Красный Петроград». Я видел фотографии Виктора Булы этого спектакля. Это, ну, видно, что это агитационный спектакль. На сцене все время масса народу, хоры. В 1931 году возникла там оперная труппа, в 1933 балетная. Преимущественно внимание было к опере. Его даже называли лабораторией советской оперы. И там впервые на сцене этого театра были поставлены «Обручение в монастыре» и «Война и мир» Сергея Прокофьева. Этот театр отличался большей демократичностью. Можно было совершенно спокойно прийти после работы. Он не был таким пафосным, как Кировский тогда театр. Та атмосфера лаборатории современной оперы, она повлияла и на творческие искания тех людей, которые работали в балете. В 1978 году на сцене Малого театра оперы и балета имени Мусоргского состоялась премьера одного из самых интеллектуальных танцевальных спектаклей советской эпохи. Главный балетмейстер театра Николай Боярчиков собирался поставить здесь балет по мотивам драмы Пушкина «Борис Годунов». Тремя годами ранее он уже поставил одноактного «Царя Бориса» в Перми, а теперь решился на полноценный двухчастный балет. Музыкой балета стало сочинение Сергея Прокофьева, написанное еще в 1930-х. К столетию Пушкина композитору было заказано музыкальное оформление для спектакля Всеволода Мейерхольда «Борис Годунов». Прокофьев заказ выполнил, но постановка не состоялась. Музыка легла в стол. Часть ее впоследствии использовал Сергей Эйзенштейн в своей картине «Иван Грозный». Боярчиков для своего балета взял практически весь прокофьевский опус под номером 70 бис. Исполнитель партии Бориса был для хореографа очевиден. Это звезда Малого театра, танцовщик с опытом, харизмой и интеллектом, 40-летний Никита Долгушин. Для хореографической драмы с непростым сюжетом и яркими образами он был просто незаменим. Боярчикову предстояло рассказать сложную историю, за которой стояла тень самого Ивана Грозного.
Кстати, пушкинские слова Григория Отрепьева «Тень грозного меня усыновила» хореограф воплотил буквально. В балете была партия «Тени грозного царя». Николай Боярчиков об этом спектакле долго мечтал. Он сам написал либретто этого спектакля. Критика, которая писала об этом балете, главное внимание акцентировали на танце Никиты Долгушина, полагая, что это новое слово в том, как изобразить образ такого неоднозначного человека, как Борис Годунов. Очень тяжелая на самом деле задача стояла перед балетмейстером, потому что надо было воплотить не очень зрелищный спектакль. Для Боярчикова важно было найти какие-то новые ходы, они, собственно говоря, были найдены. Кроме пяти основных персонажей пушкинских, он ввел еще те персонажи, которые, собственно говоря, были символами у самого Александра Сергеевича. Так мальчики кровавые реально воплотились в некоего персонажа. И очень выросла фигура юродивого. Заканчивался спектакль, собственно говоря, в контексте новой философской темы, потому что на троне корчился юродивый и появлялся вот этот самый кровавый мальчик, который так пугал пушкинского героя. С годами танцевать принцев Долгушин, естественно, перестал. Но внешность и отличные физические данные вместе с актерским мастерством позволяли ему продлевать карьеру танцовщика из года в год. Его возрастные образы впечатляют. У Эйфмана он был Пилатом, в концертных номерах – Пьеро, Нарциссом, Иудой, в экранизациях и спектаклях – Королем Лиром и Отелло, Онегином и Дон Жуаном, Арбениным и Клавдией. А потом Долгушин стал ставить сам. Он начинал еще на заре 1970-х, но тогда танцовщик-интеллектуал взял верх над хореографом. Долгушин реставрировал классиков Иванова, Фокина, Вайнонена, отдавал дань памяти новаторам, Якобсону и Голизовскому, миниатюры которых долгие годы исполнял сам. Создавал собственные версии «Щелкунчика» и «Апофеоза спящей красавицы», ставил оригинальные спектакли. И всегда оставался верен своему принципу «без мысли танца нет». Если движения, пусть даже отточенные и безупречно красивые, являются просто демонстрацией физических навыков, они мертвы и публике неинтересны. Они технический фокус, гимнастический аттракцион, за которыми нет ничего. Жизели совершенно не нужно выбрасывать ногу на 180 градусов вверх. Это ничего не добавит вечному сценическому образу. В 1830-х французский композитор и классик музыкального романтизма Адольф Адан работал в Петербурге. Он писал музыку для двух балетов «Дева Дуная» и «Морской разбойник», в которых на петербургской сцене танцевала балерина Мария Тальони. По надобности Адан часто бывал в дирекции императорских театров на тогдашней Александринской площади. Император Николай I после премьер предложил Адану остаться в России и стать придворным композитором. Жалование было предложено огромное. Но Адан категорически отказался. Позднее написав, что его пугает Россия, это варварская страна, наполненная дикими традициями. Хотя сам композитор был довольно странным человеком. Известно, что он тренировал свою домашнюю лягушку, чтобы та прыгала под аккомпанемент. Фактически сбежав из России, воодушевленный Адан всего за 10 дней сочинил свой самый известный балет «Жизель». Партия Альберта была любимой партией Никиты Долгушина. Впервые он станцевал ее на выпускном спектакле Вагановского училища в Кировском театре. Позднее он исполнял ее бесчисленное количество раз, пытаясь разобраться в характере героя. Именно «Жизель» стала последним спектаклем уже хореографа Долгушина на сцене Михайловского театра в 2007-м, за 5 лет до смерти.